В администрации района прошло заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем присутствовали главы сельских поселений, представители образования, здравоохранения, дорожной службы, приставы. Работу комиссии начали с обсуждения вопроса о состоянии безопасности дорожного движения в Кашхабрском районе. Информацию по данной тематике представил начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский. За текущий период на территории Кашхабрского района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, при котором один человек погиб, в прошлом году было 4, и 11 человек получили телесное повреждение. В прошлом году было 17. По причине управления транспортным средством в состоянии опьянения зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, и один человек получил телесное повреждение. Особое внимание собравшиеся уделили теме содержания уличной дорожной сети. О состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, а также о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил генеральный директор акционерного общества «Кашхабрский ДРСУ» Пшимав Батышев. Следующий вопрос, который был рассмотрен в ходе проведения комиссии, это взыскание штрафов приставами района в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения за первые полугодия текущего года. Кроме того, с отчетом по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, выступили главы Майского и Бличепсинского сельских поселений.